Là, je suis arrivé pour... Я приехал сюда, чтобы раскрасить стену, разрисовать стену вместе с художниками граффити Владивостока. И, собственно, проект заключается в обмене между художниками, то есть во встрече, в организации встреч с художниками города и в реализации вот совместного проекта художественного. Если мы говорим о вандализме и о граффити, да, вот как там, так, которые портит, не украшает наши улицы, там вновь сделанные, то, наверное, процедура борьбы с этим или профилактики вот этого всего должна быть методом кнута и пряника. Кнут в данном случае это ужесточение мер за то, где нельзя рисовать там. Вот. А пряник – это выделение специальных мест и поощрение различных вот подобного рода творчества. Там, где это уместно, в городской среде, где обогащает эту среду. Okay.